Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены» и сегодня на моей новогодней кухне в плейлисте «Новогодний стол 2021». Я, дорогие друзья, как и обещала вам, по моим возможностям, так и продолжаю снимать вам рецепты для новогоднего стола. Сегодня будет у меня рецепт салата «Мужские грезы». У каждого есть своя изюминка в этом салате. Моя изюминка в этом салате, чтобы он был воздушным. А для того, чтобы он был воздушным, я говядину отвариваю, чтобы она была нежная-нежная. И потом разбираю на волокна. Не кубиками нарезаю, а длинненькими такими перышками и развожу, разделяю вот так на волокна. Это очень важно. Именно от этого получается воздушный салат. Значит, в салате идет лук маринованный. У меня здесь белый и красный. Вы можете мариновать всем, что угодно. Различные уксусы и винный. Любой. У меня лимонный уксус. Я очень-очень его люблю. И кто-то может сильный раствор, кто-то меньше, кто как. Я, например, делаю из расчета 1 столовая ложка уксуса любого. Вот я думаю, что так. Пробовала же я по-разному. И 2 столовые ложки воды. Но если там 5%, то можно больше воды добавить. И, конечно же, пол чайной ложки сахара. И пусть маринуется. Мариновать можно, пока вы натрете, нарежете вот эти остальные овощи. За это время намаринуется уже лук. Значит, сыр. Тру на мелкой терке, для того, чтобы было мелко и воздушно. Точно так же яйца. Сегодня я вместе соединила яйцо, значит, яйца, получается, ну, я неправильно говорю, сегодня у меня и белок, и желток в одном месте натерла яйца. Обычно я делаю отдельно белки, отдельно желтки. Так, на мой взгляд, получается больше воздушности и нежности. И, конечно же, украшение подходит, на мой взгляд, за много лет, чтобы я не попробовала, вот подходит очень хорошо киви. Киви можно нарезать по-разному. Это будут как и украшения, естественно, человек будет кушать. Можно мелкими-мелкими кубиками и как торт вот так вот по краям вот этой крошкой красиво обставить. Я покажу, как я буду делать. Итак, все ингредиенты у меня готовы. Оставлю внизу в описании под видео. Здесь у меня смешанный майонез. Его немножко. Сметаны здесь больше и дижонская горчица. Ну, по вкусу добавляйте, да? Ну, к примеру, например, 1 чайная ложка на 180 грамм баночку майонеза. Ой, простите, сметану. Значит, все убираю и начинаю выкладывать слоями салат. Итак, выкладывать торт – это ваш выбор. Любое блюдо, любую форму в виде торта, в виде зверюшек, в виде всего, что хотите. Я сегодня буду выкладывать вот в таком блюде. И вот это кольцо просто поставлю, чтобы по бокам не сыпалось. И буду начинать выкладывать. Выкладывать я начинаю с мяса. Ну и вообще-то правило этого салатика именно такой. Так. Стоять. Не стоит вот. Ну, я буду поправлять. Вот-вот когда брала, все нормально, все стояло. Все. Значит, вот говядина. Выкладываем первый слой говядины. Все ингредиенты в нужном количестве я оставлю внизу в описании под видео. Так, расставляю. Не уминать ничего, ни в коем случае, потому что этот салат должен быть нежным, воздушным. Просто вот так расставляю. Повторюсь, что это кольцо у меня для того, чтобы по бокам не рассыпалось. Аккуратненько, чтобы было. Так, и, конечно же, сейчас делаем сетку из майонеза, для того, чтобы было сочненько и одновременно воздушно. Не надо ничего уминать. Вот таким образом выкладываем салат. Здесь уже дело ваше. Больше, меньше соуса как такового, да, выкладывать. Это уже дело ваше. Дальше, конечно же, мы раскладываем лук. У меня, повторюсь, смесь. Вот. Еще что хочу сказать. Я пробовала этот салат сделать еще со, ну, слой яблока. И вот как раз-таки яблоко я выкладывала после яиц. Но и пробовала еще, девчонки, я выкладывать после
ну, не после, а следом за луком. Это тоже было очень-очень вкусно. То есть вы, это уже добавки. А то вы сейчас скажете, что это в салат «Мужские грезы» это не входит. Конечно, мы вправе добавить, и вы вправе добавить тот ингредиент, который бы вы хотели увидеть. Я всегда, какой бы рецепт я ни нашла, что бы я ни получила, там, какие там у них в этих салатах есть ингредиенты, я обязательно добавлю свою нотку и попробую. Если это вкусно, то я буду продолжать дальше делать. И с этим делюсь с вами. Я уже давно его испробовала по-всякому, добавки. И хочу сказать, что яблоко самое то. И, конечно же, киви. Киви, во-первых, и красиво, и вкусно. Дальше. Сюда, где лук, я не буду добавлять майонез. Добавлю после яиц. Так, теперь яйца все вместе. И желтки, и белки. Значит, выкладываю аккуратнейшим образом. Вот так. Так. Вот. И аккуратненько расправляем. Только чтобы не было такого, что вы будете уминать. Нет, я просто воздушненько здесь. Я не уминаю, расправляю, девочки. Потому что этот салат должен быть воздушным. Я не знаю, почему он называется «Мужские грезы». Если кто-то, у кого-то есть какие-то размышления, я много знаю, много слышала, не говорить не буду, послушаю вас. Поделитесь в комментариях, почему все-таки этот салат называется «Мужские грезы». Итак, дорогие друзья, вот так вот я аккуратненько края подправлю. Тоже сделаю в виде торта. Вот. Вы можете украсить даже, ну, в виде бычка. Не знаю, можно ли, нельзя. Просто в виде бычка это надо там больше уминать, поправлять. То есть этот салат не подойдет. Он очень-очень воздушный. Ну, в виде тортика я сделала. Бока вот так аккуратненько. Значит, что сейчас я буду делать? Конечно же, сеточку с майонеза. Вот так. А уже сейчас последнюю сеточку, дорогие друзья, мы будем с вами делать. Да, мы последнюю сеточку будем делать, потому что дальше у нас уже будет сыр. И вот эту сеточку нужно сделать чуть-чуть побольше. Почему? Я вам скажу почему, потому что вы видели, что я там мало, значит, выкладывала майонеза. Итак, теперь мы должны аккуратненько, вот так воздушненько сверху выложить сыр. Вот так. Вот таким вот образом. Я вот так вот придерживаю всегда рукой. Ну, вы по-разному, друзья, вы каждая хозяюшка по-своему украшает и формирует торты, либо салаты. Я вот так, видите? Ни в коем случае не уминайте. Повторюсь, он должен... Вообще, этот салат, самый любимый салат из одной моей сестры Лидии. Лидочка, привет тебе, моя дорогая. Кстати, меня спрашивали, родные смотрят мои родные, но не пишут. Это у нас такая договоренность, не писать. Мы и так созваниваемся, так что вот такие дела. Мама очень любила его, тоже этот салат. И вот именно Лидунька, как мы ее называли и называем, делала этот салат таким вот воздушный. Царство небесное Петру Ростиславичу, это муж моей сестры, которого уже, к сожалению, нет с нами. Замечательный был человек, он очень любил этот салат и всегда говорил, что получается у меня у жены он очень нежным. Вот. Такие дела. Вот видите, какой он воздушный. Вот, как снежочек. Такой вот он для меня, мне кажется, что он очень такой зимний-зимний. И разбирая свои салаты, вспоминая, что мы делаем, я вспомнила об этом салатике. И при том, что мы поговорили с сестрой еще, пообщались, вот, спросила, что она будет готовить. И, конечно же, она назвала, она сказала, обязательно любимый салат любимого мужа. Это «Мужские грезы». Итак, дорогие друзья,
Я чуть-чуть вот этой лопаточкой по краям так убрала для того, чтобы дальше украшать. А украшать я буду с киви, мои дорогие. И вот киви нарезала кружочками, и сейчас я напополам их разрежу, вот, для того, чтобы украшать. По бокам выставлять, это будет очень-очень красиво. Вот. Как нельзя, кстати, киви подходит. Там Артём надумал пылесосить. Я, конечно, попросила пока не шуметь, но ничего страшного, извините. Итак, видите, вот так вот половинками украшаем. Можете целыми, целыми кусочками. Это тоже не возбраняется. Получается очень вкусно и очень красиво. Хотела сказать очень красиво и сказала очень вкусно. Вы только посмотрите, как киви украшает, да? Итак, дорогие друзья, салат «Мужские грезы» в моем исполнении от канала «В гостях у Елены». Еще хочу здесь чуть-чуть дополнить от прошлого видео, что у меня на канале, как и на всех других каналах, по правилам, и так и должно быть, должны быть разные рецепты, разные блюда по бюджетности, то есть и дороже, и дешевле, и вообще можно еще дешевле, и все что угодно. Потому что просили торт недорогой, и в прошлый раз я показала, и я сейчас ответила на два вопроса. Что на любых каналах, куда вы ни зайдете, есть рецепты на любой карман. И это очень важно. Дорогие друзья, что хочу сказать? А поздравить вас хочу с наступающим Новым годом, дорогие друзья. Пожелайте вам всего самого доброго, мира, любви, добра, счастья. Самое главное – это здоровье и уюта, тепла в ваших домах. И пусть у вас будет хлеб и до хлеба всегда, дорогие друзья. Ну а вы, как всегда, были на канале «В гостях у Елены», на моей новогодней кухне и в плейлисте «Новогодний стол 2021». До новых встреч, до нового салата! On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree.